Доклад о синтезе красного и белого, то есть о синтезе разных течений мысли. Мы ведь очень разные, нас очень много. И даже сейчас есть и белые, и красные, и зеленые. В общем, берите все цвета радуги, и вы найдете бесконечное разнообразие, но оно не является соборным многоцветием. Цветов много, какофонии много, гармонии мало, единства мало, не единомыслия и такого цензурного подобия друг другу, а того сложного многоцветия, которое только и дает силу мысли. И доклад делает попытку связать, показать, каким образом формировалось наше осознание, можно сказать, рефлексия нашего общества, рефлексия собственной истории, собственной судьбы, какие ждали преграды, какие были барьеры, какие были движущие силы, и как это все сказывается на нашем сегодняшнем дне, и как это все отразится на будущем. Без того, чтобы мы преодолели раскол, он многоаспектный раскол. И эта патология называется не только в медицине, не только в психологии, но и в философии разрыв коммуникации. То есть мы не умеем понимать друг друга. По разным причинам, грамматика иногда не та, понятия не те, смысл слов, одинаковые слова, смыслы разные. И с таким немобилизованном состоянии, не сфокусированной волей, трудно развиваться дальше, потому что у нас всегда вспоминается известная басня Крылова о лебеде, раке и щуке. И вот этот шаг к тому, чтобы подняться над этой суетой, над этим разрывом в понимании, вот делает сегодняшний доклад.